Ребята, всем привет! Хочу похвастаться. Достал бленду оригинальную советскую на Гелиус 44. Вот такая вот штуковина. Из минусов, наверное, то, что диафрагма неудобна. Менять значение диафрагмы, потому что как-то бленда чуть-чуть выше, чем колечко. Но это все дело, оно реально оригинальное, то есть я не вру. Вот такая вот покупка. Бывает, попадаются эти бленды на аукционе, но чтобы кто-то отдельно продавал, очень редко. Ну вот человека уговорил и купил. Вот такая штуковина. Спасибо за внимание. Буду испытывать, потому что контровый свет держится довольно слабенько. Зайцев ловит. Конечно, не так, как Мир 1, но все-таки ловит. Да что тут говорить, современные объективы ловят. А что уже говорить о стареньком объективчике? Спасибо за внимание. Пойду смотреть ТСН. Азазам.